Азербайджан намерен при поддержке зарубежных специалистов подать в Международный суд на Армению за разграбление азербайджанских природных ресурсов. Как передает канал 13, об этом накануне заявил президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению. Армения и ее зарубежные партнеры, незаконно использовавшие наши природные ресурсы, предстанут перед международным судом, потому что разграбление, незаконная эксплуатация армянами наших золотых, медных месторождений и других природных ресурсов считается международным преступлением, и в этом направлении начаты судебные процедуры. Иностранные партнеры уже вовлечены в эту работу, сказал глава государства, добавив, что продолжается процесс подсчета ущерба, привлечены специалисты из-за рубежа.